А кто у нас тут гуляет? Привет, Женюлькин. Где Магда? Вот, ага, там. Вон она. Нет, белая слонинка. Подъедьте, Татьяна, чуть-чуть. Она вот. Домой заходит. Я говорю, подъедьте немножко, да. Немножечко подъехать, чтобы я могла вот так вот ее снять. Вот у нас Магда хочет зайти домой. Вот. У нас сейчас обзор копытных. А слоны копытные? Нет, они не копытные. Женюлькин? Женюлькин? Опа! Лови, ищи яблочко. Нашла. Молодец. Все, погнали. Погнали дальше. Магду все равно не дозовешься. Вот. Едем по парку. Как в кино. На машинке. Операторская парк. Павлинчик какой. Это самочка. А палочка его еще одна. Вон мальчик. Вон вторая. Дальше палочка. Вот в огороде. Здравствуйте. В огороде. В садуле, в огороде. Мальчик. Один хвост. Вы видели, как они купаются в земле? Вот это мы были поражены, конечно. Да, я, кстати, про хвосты тебе хотела сказать. Тогда у них хвосты сбрасываются летом же. Да? Точно не знаешь? Хвосты потом ходят, вспомни. Не знаю, мне кажется, они не каждый год сбрасывают. Хвост нарастает. Ой, смотри, Манюнечка. Ой, кто это? Муфлончики. Муфлончики. Маленькие, да. Муфлончики. Тут, конечно, это надо. Ой, смотри, цветущее деревце. А это же этот боярышник. Смотрите. Это же боярышник. Вот, стой. Смотрите. Смотрите, какая красота. Вот этот боярышник очень классный. Я даже хотела дома такой посадить, но это ж надо столько лет, чтобы оно выросло вот так вот. Да, это уже много лет этому деревцу. Очень много. Маленьких много, да. А тут наши... Господи, рыжики я забыла. Еще раз. Хайленд. Точно. Шотландские хайленды. Шотландские хайленды. Хайленды. Надо это так чуть-чуть поближе, а то все через решетку у нас. Все через решетку. Нет. Ну, то есть это надо мне вставать, чтобы я это увидела. А то вот так вот. Вот они, рыжики. Присаживайтесь. Держите. Так. Волки, посмотри, по меня, мне кажется, испугаются или нет? Да, конечно, они же все время пугаются нас. Макаки японские, но это другие. То ли яванские. Ой, какие блещущие! Ага! Смотрите. Все. Надо прятаться, да? Все. Да? Стой. А у этого лапы помощнее, чем у того. Боже, какие вы стрёмные сейчас. Так, это они не больные, чтобы вот никто не кипишевал. Это они линяют. Так, козы святого Якова. Лани европейские, да, тоже линяют. Тоже все линяют. Да, хорошенькие. Так. Бизончики. Бизончики. Тоже линяют. Тоже боярышник. Да сейчас все линяют. Все вообще. Смотри. Где они там? Боже. Ой, какой стрёмный Фёдор. Стой. Смотрите, какой. Ужас. Что, скоро красавчик будет. Да, обрастет. Обрастет. Так, семейство верблюжиное. О, коллеги. Так. Верблюжиное семейство. Ой, Марго, тебя издалека видно, конечно. Даже я ваш глаз тоже очень рада видеть. Да, это про нее, это поньки. Поняшки тут. Карликовые кони. Но очень вредные, говорят, пони. Больше вредные, чем большие лошади. Ну, потому что они концентрированные. Да. Бочка, ты пузатая, что ли? Ламы.
ламы. Да, ламы тоже, между прочим, плюются намного чаще и больше, чем верблюды. Посмотрите, сколько зелени, сколько... Ой, ирисы уже вовсю цветут. Сколько зелени в парке. Сейчас, Настя, мы проедем этих лам и дальше яки. Посмотри, один нашел себе кроватку. Сейчас ты увидишь. Сейчас. Я издалека тут вижу. А может, надо. В этом, на сеновале. У него кроватка с перинкой сена. Сейчас. Так, ой, стой, назад. Давай туда чуть-чуть подвинь. Нет, назад наоборот. Наоборот? Назад, туда. Да. Назад, еще. Стой. О, смотрите. Стой. Вот он. Кроватки там. Решил. Так, выбежать. Надо это, подвези меня, давай. Пожалуйста, к ограждению. Это, вот, все. Вот, смотрите. Бежит в кроватку. Кроватки. Все как положено, кроватка хорошая. Чудесная кроватка. Як тибетский. Любит отдыхать на сене. Видите как? Так, кто там дальше у нас? Сейчас посмотрим. Сейчас мы дойдем. Кто же там дальше? О, Басик. Басик, смотрите, где Басик. Рыба какие люди. Да, ага. Сейчас, погоди, сейчас я смотрите. Развернусь. Там задом вжух. Что она со мной творит? Она хочет, чтобы меня укачала. Отдыхает. Кис-кис! Любит фазанов. Да, вот, смотрите. Скачут, смотрите, ребята. Вот где Басик себе в укрытии. Да? Басечка. И ноль эмоций. Пошли. У вас, скажи, ничего нет? Да. Обращать внимание. Так, а там тоже какие-то барашки. Козочки. Козочки. Может и козочки. Козочки. Ой, там вот эти вот Женечкины родственники. Да. Видите? Женечкины родственники. Вот мы с вами практически и проехали аллею с копытными. Какие огромные баки. Мне такие нужны для голубики. Да, а кто-то там еще голос сейчас подает. Кто-то подает, но тут аллея вот еще ж не закончилась, еще чуть-чуть есть. Да. Лавочки, чтобы можно было посидеть. Вообще хорошо, ну, укрытий таких вот всяких уголочков очень много в парке. Да, так что... А, и тут тоже муфлоны, ага. Козочки, баранчики. Муфлончик баранчики. Малюсенько, смотри, видала такой? А вот, хороший. А ты подвези, а вот с мамой его на дне стоит. А, вот один, да, вот стоит. Он, вот он. Мелюзга. Ай, такой зайчик. А вот с мамой хочу. Вот с мамой. Ну, вот хорошенькие. Так, ну что, едем дальше? Едем дальше. Тут вон какие-то козочка какая-то гуляет с этой стороны. И все. И или альпака ты это. Ой, альпака. Упсик. И альпака. Да. Упсик, привет. Ой ты, такая хорошая. Ты такая хорошая. Мохнатая такая. Ну, поедем мы дальше. А вот наши новые жители. Смотрите, какая мадама-зебра. Пузатая девочка. А вот два молоденьких мальчика с ней приехала. Такие еще молоденькие прям. Поменьше нее даже. Танцуешь, красавица. У зебр точно так же, как у тигров, как у жирафов, у них рисунок уникальный, как отпечатки пальцев. Все вот эти вот полосочки, все уникальны, одинаковых не бывает. Ох, ты норовистая такая, да? Мальчик такой. Ой, какая. Видите, насколько она больше. Ого, погнали, погнали. Мару.
оленя-зайца, зайца-оленя. Она прям это такая, выгорцовывает здесь. Да? Красотка. Такая, видишь, она насколько больше. А там, я говорю, это погнали зайца-оленя. Он успел ускакать. Ну, его не сильно гнали. Это я так. Ну, для красного словца. Теперь понятно, кто тут хозяин валиды. Да. Зебры, они такие, они терпеть. Ой, зебры очень вредные, конечно. Так, заяц... Характер у них скверный. Заяц скоро уедет. Это, наверное, не... Это шмара. Ну, я поняла, но просто всех, наверное, перевели, а это особо вредное и осталось. А я не знаю. Больше ни одной. А мы можем не видеть просто. Не-не-не. Чего нет. Они мне там кажется, это ни одной уже нет. Испугались. Там же ж поворот есть, который не снять нам. Чего? А девочка пузатая. Пошла куда-то, смотри, пошла. Ты пошла на зайца охотиться, что ли? Он почти ваш этот сородич. Почти копытный. Это ребенок вообще. Дети думают, что это ребенок. Нет, она говорит на вот этих, на самцов. Что это ребенок? Да, что это ее детки. Но они потому что меньше нее, видишь? Ну да, два одинаковых. Девочка стоит и говорит, это два ее близнеца. Детки, да. Ну, пузико у тебя тоже такое хорошее. Может, тоже будет еще два близнеца. Двойняшки, двойняшки. Ну, прям это, заяц, ты ей прям не даешь покоя. Да. Да? Где твои сородичи? Надо с ними сидеть. Юбочка такая сзади. Что такое? Что такое? Кусаются тут. Да, ты, конечно, заяц представил, наверное, себя зеброй. Ну, неплохо он так влился тут. Такой. Я тоже зверь. По кругу так раз. Что это за танец? Дети там танцуют, прыгают. Вот она вот так вот стоит, да. Выгорцовывает пузатик. Ох, ох. Ну, будет прикольно, когда их много будет. Мощные. Угу. Мощные и злые. Зебры вообще злые копытные. Да, и смотри, шерстяные еще такие. Вон эти малышки, они по крайней мере да, пушистые. Вон даже завитушки даже есть. Они ж молоденькие еще. Та гладенькая такая взрослая. Ну, та уже взрослая. А эти пушистики. Вот, бока, да, выглядывает, живот торчит по бокам. Хорошенький. Пойдемте, Таня, дальше. Ух ты. О. Валяться чего будешь это или просто улеглась? Ну, давайте полюбуемся, мы не можем идти дальше. Ну, тогда, так, ну, что ж вот это вот на самом-то интересном месте. Может, всё? Это волшебное слово, пойдемте дальше? Пойдемте дальше! Вот и все, да. Чуть-чуть почесала бочок себе. И устала. Пойдем. Они так по кругу и гуляют все вместе. Заяц! Такой. Беги к своим, зайка. Что такое? Что вот это вот? Ходят туда-сюда. Я, наверное, самая активная из... Ой, 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 прям испугали. Дратуйте! Дратуйте! Пришла тут поближе потанцевать.
у себя там привыкла, что ли, так делать? Или ты под музыку танцуешь? Ну, пойдем.